Вас приветствует Алена Ариес. Непременно случится послезавтра. Что конкретно? Непременно случится послезавтра. Какие-то ваши планы непременно случайно случатся послезавтра. То, что вы планировали. А планировали вы встречу с мужчиной. Девочки, ну, несмотря на то, что все-таки это ваши планы, да, для кого-то это может быть знакомство с очаровательным мужчиной, у которого русый оттенок волос от светлого до темного, с голубыми или зелеными глазами, скорее всего, постарше вас, может быть, седой. Но и страхи в отношении этого мужчины почему-то. Ну, у кого-то знакомство, у кого-то встреча, ну, почему-то у вас страхи активизируются. И вам захочется от него отдалиться. Хотя чувства есть и у вас, и у него. И даже если это первое знакомство, то имейте в виду, что да, вы мужчине интересны. Как-то вот нужно вам подумать почему-то в отношении этого мужчины. Хотя вы очень хотели этой встречи. Подумать и что-то для себя решить. С этим связаны страхи. Что еще случится? Ну, мужчина, скорее всего, да, вот этот мужчина для некоторых проиграется как бывший, но у кого-то я уже сказала, что новое знакомство. Если новое знакомство, то еще бывший как-то проявится. Да, мужчин будет двое послезавтра. Вот. Вполне возможно, что вот эти самые страхи у вас активизируются больше в отношении бывшего мужчины. Ну и тут еще страхи, почему? Возможно, что вот этот даже новый знакомый мужчина будет напоминать вам бывшего. Ну из-за бывшего тут точно волнение, переживания и отторжение, да, то есть не хотите вы его видеть. Вот. Так, ну еще что случится, девочки? Ну поездку я тут вижу. Поездка послезавтра у вас куда-то, причем неожиданная, связанная с деньгами. А кому-то вполне возможно послезавтра придут крупные денежки. Научитесь за один день предсказывать сами и получать точные ответы от карт Таро. Ссылочка внизу в описании и в моем первом комментарии.